Итоги второго отрезка. С нами нападающий «Спартака» Александр Беляев. Встречаются две самые атакующие команды КХЛ, но за 40 минут пока две шайбы. В чем причина? Причина в том, что играем хорошо в обороне, да, строго. Никто не хочет уступать, все пластаются, бьются. Много игры в неравных составах. И опять повторюсь, все понимают, да, у кого какое турнирное положение, какой соперник, уступать никто не собирается. «Металлург» играет очень агрессивно в зоне атаки. Как «Спартаку» избавиться от этой проблемы? Ну, просто играть в их зоне. Я не считаю, что они прям переигрывают нас. И второй отрезок показал, что мы владеем инициативой. Да. Если бы не удаление, то я думаю, что больше где-то мы бы в плане процентном соотношении владели шайбой во втором периоде. Александр, что выйдет на первый план в третьем отрезке? Самоотверженность, отдача. Да. Я думаю, что игра будет до первого гола. Но... опять-таки, команды никто не хочет уступать, и в третьем периоде только будут решать характер, я считаю так. Спасибо, идите отдыхать. Спасибо. Коллеги, вам слово.